Путин стал первым человеком по влиятельности, в области влиятельности по версии Forbes. Да, это факт. Он на самом деле серьезный политик, с этим надо считаться. Хорошо ли это для России? Ну, в какой-то степени, да, хорошо. Но надо понимать, что... То есть, хорошо, скажем так, на международной арене. Но надо понимать, что это приводит к тому, что Путин все бронзовеет и бронзовеет. Он уже начинает походить на там, Брежнева в средний его период. Еще не когда тот впал в маразм, а все-таки когда что-то соображал. Ну, мне бы очень не хотелось, чтобы благодаря Форбсу Путин впал в возраст Брежнева, когда тот впал в маразм.